Ребят, всем привет! Давно я не делал своих погодных обзоров. Ну, вот так получается. Все некуда, в обед занят, не вырвешься никак. Ну вот, сегодня решил уже поздно, вечер, конечно. Но тем не менее, смотрите, у нас 23 февраля. Вот в День защитника Отечества решила зима отыграться. Смотрите, идет снег. Вот такая красота. Это центральное Черноземье, невероятная вот такая вот погода, даже не ожидали, вроде как особо не передавали нам все. Машинка стоит у меня вот тут вся заметенная, это Лада Веста, универсал у меня. Я все обещал в некоторых видео снять обзор по ней, скажу, что из себя машинка представляет. Так, ну, все по-разному говорят там. Там, ну, кто говорит, машинка неплохая, там, кто говорит, там, ну, да так, не сравнится ни с одной иномарочкой, там, все. Ну, у меня будет свое мнение, короче, я сниму, расскажу, как потребитель, можно сказать. Я не специалист, в машинах не соображаю особо. Ну, в общем, так вот будет, такое будет видео. Ну, сейчас у нас идет вот такой снег, вообще просто необыкновенный, я стою во дворе, завороженный этим снегом, мне очень нравится, потому что зимы-то в принципе не было у нас, несмотря на то, что мы центральное Черноземье, но тем не менее, ну вот, фокус теряется, к сожалению. Все, хочу поменять телефончик. Ну, знаете как, хочу поменять телефончик, когда у меня 1000 подписчиков будет, чтобы можно онлайн-трансляции вести. Почему? Потому что я делал кое-какие обзоры по городу, короче, и, ну, погодные обзоры у меня были, и многие подписчики мне говорили, что, ну, вот, город ваш очень старый такой, и есть красивые здания там и так далее, но я думаю, что лучше всего это будет снято, когда онлайн, это будет более смотрибельно, может быть, будут зрители там какие-то, не знаю, ну, потом можно все равно посмотреть это все в записи, правильно? Ну, а пока вот так, офлайн снимаю. Смотри, как идет этот самый снег. Просто здорово вообще.